Ребята, всем привет! Сегодня у меня очень особенный день, потому что я лечу в Китай. И я решила сделать в честь этого влог. И мой влог, получается, начался в 6 часов утра. Сейчас ровно 6, и вот я начала. Кстати, я уже с косичками, потому что там косички не плетут такие. И вот мы решили вчера заплестись. Короче, смотрите, что будет дальше. Мы уже приехали в аэропорт. Вот она я. Косички заплетённые. Сейчас вам покажу наши чемоданчики. Наш чемодан, короче, весь упакованный. Вот. Здесь полная скукотень. Буду ждать, пока там можно заработать, чтобы пойти оформить там билеты, забрать свои и места забронировать. В общем, идем сейчас мы выкидывать мусор с сестрой. Правда, сестренка? Мы с ней летим. Одни. Да нет, я шучу, не одни. С родителями. Где мусор? Да вот она. Идем мусор, короче, выкидывать. Я попала. Здесь, короче, что-то продают. Чистый позор. Это вот палевность позор называется. Вот, идем обратно. В общем, мы уже тут регистрируемся. Я пойду в кабинку одна со своим паспортом. Вот. Сейчас, когда мы взлетим, короче, будем смотреть фильмы с Сонькой, моей сестрой. Вот она. Там глядывает. Вот. Ребята, в общем, сейчас придет самолет, и мы полетим в Китай. Пока. Короче, я тебя не знаю. Ку-ку, Сонька моя. Сестра вообще с ума сошла. В общем, друзья мои, мы уже взлетели. Супер! Классно! Вот, я уже тут поела. Родители еще едят. Мы тут свое взяли, потом нас еще будут кормить. Это круто! В Китай летим. Только через 6 часов, получается, мы прилетим. Вот. Ребята, смотрите, какая красота. Офигеть, жесть. Так прям красиво, как будто бы айсберги там. Вот мы, в общем, едим. Тут еще сосиска, конечно, была. Я ее съела. Вот такая вкуснятина. А за окном красота. Няма. Ребята, в общем, сейчас мы смотрим кино по компьютеру. Вот, поели уже только что. Уже переоделась, и мы уже в пустыне. Песочки там видны. Очень-очень красиво. Я до сих пор смотрю тот же фильм. Какая красота за окном! Никакой красоты тут и нет. В общем, вот такая вот красивый день. И мы уже, кажется, начали снижаться. Мы уже приземлились, вот самолет, который нас вез. Мы уже сидим в автобусе, сейчас поедем в отель заселяться. Оказывается, сейчас мы идем получать багаж, а потом уже в отель. Да, мама? В общем, уже мы сидим в автобусе. Меня вот так вот. Тут и у нас пахнет, Китай. Тут реально, давай, говори. Тут пахнет Китаем. Тут Китаем пахнет очень прям. И очень жарко. Вот. Очень водичку, жарко. Да, водичку, мы да? Сегодня, короче, пойдем в бассейн. Ага, вот. Если его опять хлор дать. Да нет, какой-то там специальный. Короче, ждите нас в бассейне. Это, в общем, мы уже заселились в отель. И сейчас мы пойдем купаться в бассейн. Но для начала вам покажу наш номер. Здесь немножко заметно, что стоит качеля. Но завтра я вам ее покажу, когда будет светло. Здесь такой вид, но завтра я вам тоже его покажу. Дальше. Здесь такое кресло, светильничек, две кровати, одна двухместная, одна одноместная. Вот. Здесь плазменный такой телек. Игрушки здесь такие дали нам. Здесь, короче, к ванне идут такие жалюзи. Можно открыть, чтобы тебя видели, короче. Вот. Здесь у нас такая мини-кухня. Дальше идет туалет. Вот эти сами жалюзи, вот унитаз, корзина под белье,
и сама душевая. А вот я. Всем привет. Хай-хай. Так, ладно, окей. Здесь розетка у нас. Вот. Сейчас я вам... Мам, я пошла, я на время здесь выйду. Вот. Наш отель. Сейчас я не буду смотреть вниз, потому что это очень страшно. Вон, мы на, короче, на 6-м этаже, так высоко. Сейчас покажу, где живет моя сестра. Моя сестра живет в этом номере. Но вы ее потом хорошо увидите. Ладно. Пойдемте дальше. Там еще много-много этажей. Наверху. Ладно, вот в этом номере, кстати, мы живем. Кай. Дальше это тоже номер. Здесь мы туда заходим, короче. И здесь такой лифт. Ну, по лифту мы потом поедем. Дальше. Что еще? Здесь такие кресла можно посидеть. Там тоже номера. Вот, тут есть бассейн в самом здании. И бильярд. Тут можно поиграть. Ладно, когда мы поедем в лифте, я вам его покажу. Ребята, оказывается, где вот эти сидушки? Смотрите, какой вид офигенный. Ладно, увидимся в лифте. Ребята, я вчера забыла лифт. Это показать вам еще не обязательно, его покажу. Сейчас вам покажу наш балкон. Здесь такой светильничек стоит. Вот такой у нас вид. Вот. Мы прям, кстати, под рыбками. Сейчас покажу. Прям под рыбками мы там. Вот рыбки там, видите, бассейнчик такой. А вот наша качелька. Вот. Сейчас мы пойдем покушаем. Когда мы пойдем, я вам покажу. Мама там умывается. Смотрите, какой шикарный вид. Сколько? Во. Там бассейн, но его здесь, наверное, не видите. Потом посмотрим. Заходим в лифт. Дома-то не видишь. Никто не сказал, что вот, там, короче, вот такое.